Ребята, ребята, всем привет, с вами снова Эдисон, и сегодня мы будем играть в продолжение легендарной карты The Escape Piece. Да, ребята, вышла вторая часть, и как только я прям увидел, может, 5 минут назад, то, что все-таки эта карта вышла, я сразу же побежал ее записывать, потому что... На первой карте мы набрали какие-то нереальные результаты. На первой карте у нас было 3 серии с ее прохождением. На первой серии, вот сейчас, когда я снимаю, на данный момент, на первой серии у нас 120 тысяч просмотров, на второй 40 тысяч просмотров, а на третьей 100 тысяч просмотров. Я, ребята, честное слово, не представляю, почему вам так понравилась эта карта, но если так понравилось, то держите вторую часть, ребята. Если мы хотя бы наберем 700 лайков на вот этой же серии, то я вам обещаю не на следующий день, а в ту же секунду, как только мы наберем 700 лайков, выйдет следующая часть прохождения этой замечательной карты. Ссылочка есть в описании, вы можете заходить и искать. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопросы своих подписчиков, и подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. А мы, ребята, сразу же приступаем, потому что мне уже не терпится поиграть в The Escape Piece 2. Ребята, мы сразу же приступаем. Ну что, вот видите, даже написано The Escape Piece 2. Нажимаем. Фух. Добро пожаловать в новый дом на следующие 18 лет. Это самая худшая семья, в которой где в мире, то есть где только ты был. Это won't be this is time you won't be reason less a special один BK. The genus so lacking grounded wearing the summer the night don't try and escape we will catch you. Ага, короче, сейчас уже не так будет, как в первой части, то есть все уже под надежной охраной, есть большие стены, через которые не перелезть, и также там есть генератор, как и было в первой части, но только сейчас он очень сильно защищен, и там также нужен ключ для того, чтобы внутрь попасть. А вокруг него ходят одетые стражники, очень хорошие броньки. Это наша подружка, наш дружок в камере. Голубок, только за мылом не наклоняйся, а то я уже тебя немного Джош Бэт. Круто. Так, ладно, супчик. Что еще там у нас дальше есть? Супчик! Нет, не супчик, я просто забыл установить ресурс пак, и это заняло полсекунды, и вы уже видите, нифига себе у нас бронька даже, ну то есть заключенного одежда, в первой части такого не было, но это, ребят, круто, я прям уже с нетерпением хочу поиграть, но мы уже играем, нифига себе, тубзик, ну как я понимаю, это что? Нихрена себе, я сам себе могу... Но я немного очкую, давайте мы все-таки поспим ночью. When you, когда ты будешь готов спать? Чего-чего, когда ты будешь готов спать? Как только ты проснешься, то в тюрьме начнется крутые действия. Так, welcome to Sweet Dave. Ага, ну добро пожаловать в еще один крутой день в тюрьме. Я слышал, ты хочешь попасть к генератору, это там кто-то пишет, ты хочешь попасть к генератору, ты должен пройти через какую-то секретную, комнату. Не гори никому. Это вот, смотрите, кто нам сказал, это какой-то заключенный прошептал нам. Здрасте, командир, мы с вами. Будем, ребята, как всегда, обычно мы с самого начала... Просто-напросто ждем, пока нужно все разъяснить, что вообще тут происходит, потому что это другая тюрьма, как вы знаете, в первой части была одна тюрьма, во второй части другая тюрьма. Это круто, но сейчас мы посмотрим, что же мы будем делать. Сначала нужно пройтись по всем местам, то есть нужно посмотреть, что и где, потому что в первой части, в первой же серии мы сначала проходили все места, чтобы понять, где у нас столовая, где у нас душевая, где у нас какая-то качалочка, а вот сейчас у нас был... Утренний созыв, да, можно так сказать. Сейчас у нас завтрак. Все топают, оранжевые. Боб, Джордан. А Боб это вроде с первой тюрьмы. Нет, это Роб. Ага, то есть Джейсон, Брайан Мапс, Стив, Том. Ну, короче, много тут всяких людей. Так, здрасте. Ага. Ну, это я уже знаю с первой части, то, что у нас было. Так, ну что, ребята. Мыло. Нифига себе. Ага, 5, ага. Нужно просто сначала посмотреть у всех, что сколько стоит. Нам нужны нунчаки. Я помню с первой части то, что нунчаки очень полезная фигня. И с помощью нунчак мы просто-напросто всех
и это будет очень круто. Остин, Closed Cage. Кто-то нам сказал, вот смотрите, ребята, кто-то нам прошептал, если ты хочешь попасть к генератору, то тебе нужно пробраться через Secret Closed First. И вот сейчас у нас тут есть Closed Cage, значит, через ту фигню, через ту каморку нам нужно пробраться с помощью этого ключа. Ага. Ага, ну, если я правильно понял, да? Так, покушать, нам нужно хапчика набрать себе нормально, чтобы нам хватило. Возьмем, я надеюсь, стражники нас ремнем по попе не накажут за то, что мы тыбзим. Сейчас. Нет, я не хочу твою дубинку. Дубинку предлагаю моему сокамернику, он такими игрушками увлекается. Я тут ни при чем и в ваших грязных делишках. Давайте дальше. Филипп, дальше. А пейпер, ага, эмеральд. Так, ворк период. Вот сейчас самое главное, нужно посмотреть, где мы будем работать. Кто-то накакал. Нам нужно посмотреть, где мы будем работать, потому что там мы будем получать основную прибыль. Может, и мы тоже там найдем какой-то то ли баг, то ли еще что-то. Это что? Loading bay? Нет, это нам не сюда. Ух, я даже не знаю. Closed, это закрыто. Вот нам может сюда. Джим, нет. Тут качалочка, нам сейчас не нужно в качалочку, там закрыто. Job Center, вот, нам тут нужно. Jobs. Click a scene to apply for job. Ну, я нажал. Current job. Ага. Ты имеешь сейчас работу уборщика. Спасибо нафиг. Я очень этого ждал и хотел. Только я не представляю, что нам нафиг убирать нужно. Ну, я надеюсь, что там... А может, те какашки, которые на земле валялись? Вот, например, вот эти. Да нет. О! Генератор! Вот, ребята, генератор. Всегда закрыт, всегда под охраной. Круто, круто. Да, ребят, мы начинаем улавливать, что тут происходит. Только я пока что не. Cleaner job. Intelligence 0. Ага. Ага, то есть для того, чтобы иметь вот эту работу, нам нужно иметь способности интеллекта 75, а у нас сейчас 0. Но для уборщика понятно, что интеллекта большого не нужно. Только, хотя как не нужно. А, вот Cleaner job. Значит, я правильно зашел. Ух, ни хрена себе текстур пак. Там очень много какашек в тюрьме. Твоя работа — это вычистить вот эти какашки. Возьми метлу и начни... возьми метлу с сундуков и правой кнопкой... It was some trash. Правой кнопкой, когда ты стоишь на каком-то... на какой-то какашке. Ну, в смысле, на вот этом. Мне начинается нравиться уже вот эта карта. А можно я не буду ходить в джим? Я не хочу там всяких голубеньких смотреть. Я хочу просто поубирать. Да, можно. Ну ладно, ребята, так как это первая часть, я хочу посмотреть все, что мы можем делать в этой тюрьме. Работа, я уже знаю, работа. Хоть это работа уборщика, но в этой тюрьме она мне уже нравится. Я первый. Так, опа, опа, что нам нужно? Да, бьем, качаем. У нас уже интеллект 10, ребята. Мы там скоро на Нобелевскую премию что-то там. О, это они типа на вот этих беговых дорожках. Нифига себе. Завалил зомбаря. Punching bag. Ну, понятно, что это мешок, да? У нас уже сила 3. Интеллект. Я не знаю, где я интеллект заработал. Может, когда я какашки с улицы подметал, может, тогда у меня интеллект. Возможно. Давайте, ребята, пока у нас работа в спортивном зале, нам нужно подкачаться. Будем это джим называть, так же, как и они это называют. Сила у нас уже 6. Чем больше силы, тем быстрее мы будем валить охранников. Чем быстрее мы будем валить охранников, тем быстрее мы получим какой-то ключ. Да, ребят? И тем быстрее мы свистнем с этой тюрьмы. Как я уже сказал, первый из эскипист, то есть первая часть у нас заняла 3 серии. И еще раз повторюсь, за эти 3 серии мы набрали прям нереальную кучу просмотров. Ребят, подписчики, я вас очень сильно люблю за это. Я надеюсь, что также вам понравится вторая часть, потому что хоть и это первая часть, хоть мы только сейчас начали free период. О, вот сейчас мы можем даже пойти поубирать. Охренеть, я в свободное время иду работать уборщиком, да, кто бы ожидал. То, что мы только сейчас начинаем играть в эту карту, она, если честно, мне уже нереально нравится. То есть она очень крутая, как я вижу, и намного больше она мне нравится, чем первая часть.
Честное слово, ребят. А все, то есть я уже больше не могу убирать, потому что, видите, ребята, я что-то стою. А фиг его знает. Может, там какашка уже какая-то засохшая, то есть ее уже нельзя. Нифига себе, камеры всякие. Вот как... Здрасте, командир, офицер. А, нет, а тогда, ну, я говорю, то, наверное, засохшая какая-то какашка была. Это что? Это, да, это душ. Угу. Это душ, ну, душ нам пока что не надо. Мы мыло ронять пока что не хотим. Значит, мы просто-напросто отсюда свалим. Командир, офицер. Офицер, здрасте, как делишки? Все пучком, все ничечком. Так, где вот та какашка засохшая была? Нет, вот. Да, вот тут. Мне кажется, она почему-то работать не будет. Не, ребят, вот смотрите, я нажимаю, та сразу уже поднималась, ну, в смысле, убиралась, да, а это почему-то пока что не работает. Фиг его знает. Фиг его знает, фиг его знает. Ладно, фри период. Джейкоб Джоэл Селл. Здрасте. Сейчас мы нафиг. Я могу выбраться? Прикиньте, если бы я не мог выбраться с этой камеры. Начальник, я тут ни при чем, я убирал их камеры, до свидания, я больше так не буду. Тоже лучше не палиться, хоть мыло это круто. О, вот сейчас почему-то собралось, ребят, честное слово, я тут ни при чем, почему-то залагало. Начальник, evening meal, это, как я понимаю, пока что не знаю, сейчас посмотрим. 6 изумрудов у нас есть, и как я видел, да, опять вот это, как я видел... Мыло можно будет продать, да, ребята, мыло можно будет продать, ну, это обед, да, поэтому мы даже вот сейчас мы опять посмотрим, мы можем, да, конечно, мы можем, мы сейчас, извиняюсь, заключенные, вы сами знаете, то, что весь хавчик я забираю себе, вам, к сожалению, ничего не останется, я, наверное, тут самая большая обжора в этой тюрьме, так, Джордан, Майкл, Джордан, так, сейчас, нет, не сюда, вот мыло. Нифига себе, ага. Я уже 20 изумрудиков заработал. Вот это нам нужно, 2 стака. И где там нунчаки были, ребята, вроде в этого Джейсона, да, Джейсон Стэтхэм. 2 стака изумрудов, это нунчаки. У нас уже есть практически полстака, нифига себе. Тут ничего толкового. Кирка может ломать заборчики, это тоже нужно запомнить. Вот там я что-то видел. 35 бумаги, нифига себе. Я вам что, на какой-то бумажной фабрике работаю? Джейсон Сок Мейс. Нифига себе, грязный носок. Ну понятно, ворк период. О, я на работочку, работочка. Я, наверное, единственный заключенный в мире, который любит свою грязную работу, работу уборщика. Ну это очень прикольно, ребят, посмотрите там просто на вот этот текстурпак. Я прям хлопаю автору, мне кажется, эта карта в 10 раз произ... Вы тут как, начальник, все в порядке? Ладно, какайте себе там на здоровье. Мне кажется, это вторая часть заискиписа, наверное, 30 раз превзойдет первую часть, потому что, ну, мне она уже очень... Я это уже повторяю третий раз, но, ребята, ссылочка есть в описании, заходите, скачивайте и играйте. Да поубирай ты уже эту какандрюню. Вот смотрите, иногда она убирает, иногда почему-то нет, я не знаю. А вот эти какашки, наверное, ограничены, да, потому что... Миллион их тут нету, и в один ворк период вы можете собрать какое-то определенное количество, да? И потом на следующий ворк период оно обновляется. Это, если честно, даже круто, потому что, кто помнит, в предыдущей части был такой баг, что ты мог работать и днем, и ночью, и когда тебя видели, когда тебя не видели, и просто барыжить, красть себе вещи, барыжить, и тем самым вы так могли избежать с тюрьмы в первой же части, когда вы набарыжили. А сейчас это все продумано, потому что какашками вы никак не сможете барыжить. Стив, ребята, нам нужно... Давайте сейчас... Сейчас мы... Том, мы только одолжим твое мыло. Мы носочек нашли, твой грязный носочек. Том, ты его, наверное, давно искала, я его нашел. Нифига себе, у тебя там был запрятан изумруд, а ты мне ничего не сказал. Вот ты... Начальник, я случайно. Не допрашивайте меня. Дальше. Я носочек нашел, паскуда запрятала, грязный носочек со мной не поделилась. Вот смотрите, мы так сейчас просто-напросто все камеры ограбим. И знаете, что мне сейчас еще больше нравится? Ребят, вы себе не представляете, что мне сейчас нравится?
то, что... А во второй части все-таки нашли применение вот этим вещам. То есть в первой части вот эти все бумаги, в первой части вот эти все зубные пасты, вот эти все мыла, они вообще были бесполезными, да? То есть вы с ними ничего не могли сделать, а сейчас вы можете барыжить ими. И это очень круто. Еще бы найти чувака... О, нифига себе, два изумруда в одной камере. Еще бы найти чувака, который торгует... Это моя камера, да? Это моя камера. Я уже в своей камере хотел что-то ограбить. Начальник. Меня эти начальники пугают, если честно. Они какие-то вообще не дружелюбные. А мы вообще сегодня будем душ принимать? Это уже потный. Давайте, давайте. У нас сейчас ворк-период. Я уже натрудился. У меня уже просто-напросто работы нету. Я, короче, тут... Хреначу днем и ночью, эти чудики сидят, стоят и ничего не делают. Охрененная работа. Смотрите, сок Мейс. Мы нашли, ребята, носочек, у которого 4 урона. Офигеть. Ни хрена себе на... О, как только я сказал то, что нам нужно пойти принять душек, сразу... Начальник, я тебе благодарен, честно. Я тебе прям четкий на твой день рождения подарю. Потом открытку мне пришлешь, точнее, я тебе пришлю. А ты только мне повесточку напиши, ага, когда у тебя день рождения будет. Так, давайте, давайте. Мыло никому не ронять. Я первый день в тюрьме, не хочу вас соблазнять. Так что я буду у стеночки тут стоять. Здрасте. Здрасте. Ой, кто-то мыло уронил. Сейчас что-то произойдет. Вы тут мойтесь, а не танцуйте, чукчи. Здрасте, здрасте, не пяльтесь на меня, я голенький, не пяльтесь, вот, постоим тут, ладно, постоим. Пока что нам еще те эффекты не дали, которые меня раздражали в предыдущей части, да, почему-то они давались ни с того, ни с сего. Отдайте мыло, я опять уронил второй раз, офигеть, меня уже там ододрали по полной. Нужно запомнить того чувака, который торговал мыльцом. Да, если бы вас еще так много не было, Брайан, нет, не Брайан. Вот у вас танцульки тут, я вижу, да? Не чтобы мыться, они танцуют. Джордан. Брайан. Нет. А кто нафиг? Может... Нет. Дэн. Нет. Том. Нет. Стив. Стив! Стив в тюрьме! Стив, ты вообще как в тюрьму попал? У нас уже практически сейчас 2 стака. Ребята, нифига себе, мы за первую же серию себе набарыжили уже 2 стака. Но это просто-напросто мы очистили все комнаты... До последней. И только поэтому у нас уже 2 стака. Практически, ну, 1 стак изумрудов и 6 еще изумрудов, да? То есть в сумме получается 70. Начальник. Так. Evening roll call. Ну, ладно, давайте собираемся, собираемся. Начальники, здрасте. Поздороваемся, поздороваемся, поздороваемся. Давайте. Носочек грязненький, кто хочет понюхать. Нюх, нюх. Так, давайте, давайте. У нас... Ребята, ну давайте, вот, о, давайте как раз в ряд, становитесь в ряд, сейчас посмотрим, кому можно затолкать зубную пасту, если вообще кому-то можно. В этом разговаривайте, да, все, ага, мыльца у нас уже нету, да, все там круто, я понимаю, да, базар базаром, но работа работой, я пока что побарыжу, так. А я там где-то кирку видел. Может, кирка? Нет. Ну, да, в принципе, но она очень дорогая. Все идет около 2 стаков. А 2 стаков у нас сейчас нет. О, а ты что тут забыл? Джордан. 2 стаков у нас, к сожалению, пока что нету. А, поэтому нам нужно, наверное, будет... Ну, сейчас нам, наверное, нужно будет трудиться на работе, да, до тех пор, пока мы не насобираем на ключик, да, потому что у кого нужно... Ребята, пожалуйста, запомните и напишите в комментарии, ключик у кого-то покупается, я уже забыл. Lights out. Ага, да, все уже спать идут. Ну, в следующей серии посмотрим. Я бегу, начальники, меня не трогать. Если бы я вспомнил, где еще моя камера, я побежал. Вот моя камера в самом заднем углу с моим напарничком. Напарничком, Джош, ну что? Бешеная ночка нас ждет, да, Джош? Девушек-то нет, и нужно-то как-то развлекаться. Ну что, ребята, в принципе, первая серия прошла. Мне бы очень хотелось верить то, что
она вам понравилась, потому что это вторая часть, нафиг так нам уже там ребята пишут, это вторая часть крутой карты за эскипист. Я буду рад, ну хотя бы, если она вам чуть-чуть понравится. Я вам, ребята, даю слово, что как только мы наберем 700 лайков, тем, кто понравилась эта карта, я особенно говорю, поставьте лайк. Как только мы наберем 700 лайков на вот этой части, я вам обещаю то, что в ту же секунду, прям в ту же секунду выйдет следующая часть, следующая серия. Если лайки наберем, а в ту же секунду серия не выйдет, я вам обещаю то, что я добавлю вас в друзья ВКонтакте. Также сделаю вам какой-то подарочек и распишусь у вас на стенке. Честное слово, ребята. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь с своими подписчиками. Если ты не веришь, то можешь проверить, оставить свой комментарий и увидев то, что я на него отвечу. И последнее, не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые серии The Escapist 2. Да, ребята, я буду очень сильно этому рад. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.